Итак, друзья, всем привет! Сегодня 7 марта 2022 года. На улице у нас прохладно. Небо такое вот, перистые облака. На градуснике сейчас минус 28. В общем, что, на Урал к нам пришел циклон такой холодный, мороз. Вчерашней ночью у нас был сильнейший снегопад, ветер сильный, я уже проходил. Тачок был у нас готов уже к выставке, но опять его немножко подзавалило. Сантиметров 10 как бы снег добавился, где-то есть побольше, перемело. Ну, это несложно, снегоуборщиком я потом пройдусь между рядами. Допустим, вот так вот здесь вот справа-слева у нас ульи стоять будут. Ну, а здесь на снегоуборщике пройдусь. И нужно будет снова опять с крышек ульев убрать снег, чтобы крышки тоже как бы протаивали на солнце. Вот таким образом. Ну, а то, что мы раньше в этом году почистили тачок, еще в феврале, это большой плюс. Если бы мы его не трогали, не чистили, то нам бы пришлось попотеть. Потому что, ну вот, снега примерно сантиметров 70 в этом году будет. Но если еще что-то немножко выпадет, это не так уж и много. Ну, надеюсь, что больших снегопадов уже в этом году не будет. Ну, все тут видно, где крышки ульев. Пройтись понемножку, почистите все. Откапывать пока не собираюсь, уже неоднократно говорил, но есть уже проталины, щели какие-то. Крышка приподнята. Вентиляция в этих ульях идет через верх. Немножко снежок попал. Ну вот пчела вот так вот находится. Зимует. Тревожить не буду. Ну, снежок сейчас я этот уберу. Ну а щель я пока что оставлю. Как только откопаю, вверх я плотно закрываю. И все. Что я сделал, я вон там вон у тех трех ульев. Они у меня уже откопаны, стоят. Вверх плотно я закрыл. Это для того закрыл, чтобы не было сквозняка. Вот ветер через леток будет, допустим, задувать. То, чтобы выхода не было прямого такого. Ну, надеюсь, это похолодание последнее, оно пройдет. Откопай, естественно, ульи. Так как сегодня был у нас мороз ночью этой, минус 28, давайте для интереса посмотрим, насколько опустилась там температура у нас в зимовниках. Итак, сейчас я зашел в зимовник. Давайте посмотрим. Что и ребята неоднократно говорил. Сейчас весной пусть лучше будет какой-то минус. Вот видите, здесь минус 3. В клубе 31,9. Влажность 54. Тут даже вот так вот отогнут положок. Пчела где-то там.
Видите, как ужалась пчела. Здесь в клубе 34,8. Давайте посмотрим. Вот так вот здесь находится пчела. Можно вот так вот еще отогнуть. Вот она пчелка. Вот так вот, чтобы не жарко им было. Здесь вот тоже мощнейшая пчелосемья. Ну, пчела возбуждается при открывании. Ну, вот так сидят. Вот так вот. Растянулась пчелосемья по всем улочкам. Ну, ладно. Трогать ничего не буду. Прикрываю. Больше делать здесь нечего. Ну, еще забежим так в зимовники. Еще посмотрим температуру. В этом зимовнике дверь была открыта. Сейчас свет включим. Минус 5. Ну, влажность где-то около 40. Ну, как бы немножко чувствуется повышенный шум. Ну, пчела зимует. В общем, что хотел бы сказать по зимовнику. То, что здесь вот такой минус, это, я считаю, это неплохо, это хорошо. Потому что днем все равно как бы погода налаживается, выглядывает солнце. А вот за ночь с открытой дверью пчелосемьи все равно ужимаются, охлаждаются. Ну, как бы такой активности у них уже большой как бы нет. Но, конечно, если будешь шевелить их, приоткрывать, то пчела возбуждается. Вот такая вот ситуация в этом зимовнике. Зайдемте в другой зимовник. Дверь в этом зимовнике была приоткрыта. Здесь зимует пчелосемья в 4 яруса. Ну, здесь тоже получается у нас минус 5. Это неплохо они отстудились, наши семьи. Из-за такого вот мороза ночного. Ну что ж, пчелы зимуют. Вот так они находятся сейчас. Так, улей ППС. Интересно, что тут. Ну, это более теплый улей считается. Приподнял, прямо аж загудели. Ну что ж. Ладно, не будем их трогать. В общем, семьи зимуют. Конечно, я постараюсь в ближайшее время их выставить на тачок. Ну, сколько ближайшее? Но опять же, это может оттянуться где-то ко второй половине марта. Пока вот морозы у нас не пройдут, потом, естественно, какая-то оттепель. Тачок подготовлю и будем выставлять на тачок. Ну, в общем, вот так вот зимовка у нас продолжается. Обязательно, ребята, напоминаю, контролируйте свои зимовники. Охлаждайте, если есть возможность. Не давайте
начала семьям раньше времени возбуждаться. Но если нет возможности охладить зимовники, то, я думаю, лучше их выставить на точок. Сейчас ничего страшного не будет, пчелы не погибнут. Просто пораньше выставите их на точок и все. Пример, допустим, у меня пчелосемьи в Рутах, в ППУ. Они же зимовали на улице, и они все живы, в прекрасном состоянии, и ничего с ними не сделалось. Ну а в конце видео хочу сказать, я там оставлю ссылку, переходите в мой новый канал. Он у меня давно уже созданный, это на Дзене, ссылка будет там внизу в описании. Там найдете все видео мои с обеих двух моих пчеловодных каналов. Все там есть. Мотководство, кочевка и т.д. и т.п. Все там увидите. И туда же буду выкладывать свои видео. Все снятые, последние, новые. На этом буду видео заканчивать. Всем, ребята, мирного неба над головой. Всем удачи и всего наилучшего. Всем пока.